Здравствуйте. Здравствуйте. В дом Татьяны Сизых спасатели приходят уже не в первый раз. Ее печка – образец для подражания. Несмотря на то, что все хорошо, проверка не повредит. На улице сегодня выпал первый снег, а это значит, что в скором времени в топке затрещат дрова. Если печь не подготовить к зиме, то может случиться беда. Когда холод начинает интенсивно топить печь, а печь, возможно, не рассчитана на такие температуры, то есть происходит нагрев и вследствие чего возгорание. Необходимость в таких рейдах появилась не на пустом месте. Чуть ли не каждый год в огне погибают люди. В феврале в поселке Зыково в доме заживо сгорело 4 человека, в том числе и ребенок 2 лет. Предварительной причиной пожара стала неисправность печного отопления. Возгорание началось внутри дома с потолка. Бушующее пламя заметили очень поздно, и людям выбраться из дома уже не удалось. Причиной пожара может стать не только печь, но и электрические обогреватели. Нередко подводит и проводка, но чаще все-таки это именно домашний очаг. Нередко именно плохое состояние дымохода приводит к возгоранию. Сначала пламя охватывает второй этаж или чердак, распространяется, и только после этого его замечает. Тушить такой пожар сложнее, ведь потеряно драгоценное время. Чтобы избежать возгорания, сотрудники МЧС рекомендуют перед каждой зимой осматривать печь и по возможности обновлять слой штукатурки. Так будет проще найти проблемные места в кирпичной кладке. Также необходимо обязательно проверить участок трубы на втором этаже. Но даже после всех инспекций жителей просят быть начеку и, например, не оставлять детей одних с затопленной печью. Димит Лабушев, Алексей Егоров, Афонтово. Новости.